Добрый день! Приветствую всех любителей шопинга на моем канале. И сегодня с вами зайдем в магазин Манго, посмотрим новую коллекцию. Осень-зима, много интересных вещей, пальто, пуховиков. Будем смотреть, что интересного можно приобрести и по каким ценам. И немножко показываю вам, ездили с семьей такой вот ресторан загородный, называется Deutsche House. Очень красивая территория. В Германии вообще принято, что немцы любят отдыхать вот в таких местах. Это как крестьянское подворье. Очень огромная территория у этих людей. У них есть на территории свой ресторан на 100 человек, на 100 мест. И есть небольшой отель. Это такой вот загородный, вдалеке от больших городов. Ну, здесь люди очень любят отдыхать. Показываю вам, мы были в выходной день, людей было очень много. Мы стояли в очереди, чтобы получить место в ресторане, так как заранее не бронировали столик. Очень вкусно, очень были наслышаны об этом ресторане. И здесь такая швабская кухня. Мы живем в Баден-Вюртемберге, это швабский регион, и здесь аутентичная швабская еда. Было очень-очень вкусно, и пиво, муж сказал, что одно из самых лучших, которых он пил в Германии. И еще вкусное пиво он пил в Левенбро, это в Баден-Бадене мы отдыхали в прошлом году. И вот здесь было очень вкусное пиво, его готовят сами. И цена была очень демократичная. Обязательно вам покажу меню в ресторане, что сколько стоит и какие блюда мы брали. И показываю вам меню: говядина со свининой плюс картофель жареный и салат. И стоит полностью порция 24,50. Это будет огромная порция, точно накушается взрослый мужчина. Показываю вам название Deutsche House. Если набить в интернете, высветится, и находится это район Гёппингена. Здесь основное блюдо из говядины, шпецли и салат. 17,90. Это огромные большие порции. Также можно попробовать и маульташен с картофель салат. И есть салат свежих листьев по 14,20. Показываю вам немножко историю этого места. Эта семья в нескольких поколениях владеет этим рестораном, отелем и вот этими пастбищами, лесом. Это все частная территория. Конечно, это огромный труд. Очень разнообразное у них меню. И очень-очень вкусно. И вы знаете, на кухне работать, конечно, это очень тяжело. И эти люди работают, готовят и сами подают. Поэтому очень огромная им благодарность. Было очень вкусно. И если вы будете в этом регионе, настоятельно рекомендую вам посетить. Очень вкусно, аутентично и настоящая немецкая кухня. А здесь показываю вам еще раз цены на пиво. Муж сказал, что пиво потрясающее. 0,5 литра, стоит 4,20. Муж заказал себе две кружки, потому что было очень вкусно. Показываю, что заказали. Мы с мужем брали свинину с говядиной, а сын брал ассорти. Очень вкусно. И показываю в наш чек. Покушали мы на 80 евро и обязательно вернемся сюда и еще не один раз. И еще раз хочу вам напомнить, кто еще не в курсе, новые мои подписчики или зрители, у меня конкурс 1000 подписчиков и обязательно разыгрываем с вами 3 кофейные пары из разных коллекций компании Велерой Бох. И показываю вам белое селини с шикарным орнаментом выдавленным. На камере не очень хорошо видно, но есть у меня видео и шотс о коллекциях
компания Villeroy Boch. Вторая пара — это Kwanzai Garden, снимается с производства, поэтому обладатель получит возможность впоследствии продать такую пару, которая, конечно, с каждым днем будет расти в цене. Ну, хотелось бы, чтобы вы пользовались, наслаждались такой красивой посудой от мирового известного бренда. Ну и третья пара. Очень многие любят эту коллекцию French Garden, посуда с французским шармом. И вот такая прелестная красавица тоже достанется одному из моих подписчиков. Я, конечно, планирую проводить еще розыгрыши таких вот интересных, милых вещиц, чашка с блюдцем. Это очень нужная и полезная вещь, и вас будет всегда радовать и напоминать о моем канале, и вы будете ко мне чаще заглядывать. Поэтому оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится мое видео, и присоединяйтесь к нашей маленькой дружной компании. И посмотрим с вами сегодня манго, что интересного предлагают в этом сезоне. И вначале нас встречают красивые манекены. Минуты три стояла я у входа и обратила внимание, что все заходящие внутрь дамы обращают внимание на вот этот свитер, платье и на красное пальто. Все стараются его пощупать и из какого материала оно сделано. Поэтому посмотрим. Шикарное свитер-платье. Мягкая, смотрится, конечно, оно очень красиво, стоимостью 60 евро. Кардиган в красном цвете, красивая фурнитура, всегда у манго такие нарядные красивые пуговицы используются, стоимостью 50 евро, но в составе здесь акрил, полиамид, то есть шерсти нет, хотя на вид смотрится, как будто бы там шерстяная нитка. И кажется, что он будет очень теплый. Платье легкое в бельевом стиле, цвет металлик, стоимостью 40 евро. Интересные балетки, тоже с нарядной пуговицей, за 50 евро можно приобрести. Брюки в серебряном цвете, сверху такое нанесение, как под кожу, и за 50 евро. Также в продаже есть и казаки. Уже сколько сезонов эти казаки перевыпускаются. Ну вот здесь видите с такой интересной строчкой и стоимостью 150 евро. И смотрим с вами пальто, которое было одето на манекене. Очень красивое, пушистое. Двубортная, застегивается на две пуговицы на подкладе и стоимостью 200 евро. Цена, в принципе, очень нормальная, адекватная, и пальто смотрится неплохо. Также на этикетке написано «Итальянская шерсть использована», и сзади есть шлица. Показываю вам корсет, который тоже был на манекене при входе. Манекен был в белой рубашке и сверху был одет корсет. Этот корсет смотрим с вами поближе. Трикотажная ткань стоимостью 30 евро. Единственное, не знаю, не будет ли он съезжать с этой рубашки, потому что на манекене он был одет с помощью булавок, крепился. Еще одно очень красивое пальто. Показываю вам этикетку. На этикетке написано «Итальянская шерсть». Поэтому, если используется шерсть, я думаю, что пальто будет очень ноское, теплое. И смотрится, конечно, ткань очень дорого. И стоимостью
пальто 200 евро. В принципе, это средняя ценовая политика в Манго. Пальто в районе 200 евро. Очень адекватные цены. Еще такая модель пальто. Двубортная, красивый французский шалевый воротник. Тоже цена 200 евро. Со шлицей. Очень красивое пальто. Много в Манго таких кофточек, пуловеров. Показываю вам красно-розовый. И розовая вязка более объемная. V-образный вырез, воротничок. Очень красивый, элегантный и повседневный пуловер стоимостью 46 евро. И предлагают его носить с такой юбкой, с запахом, стоимостью 23 евро. Еще одно пальто очень симпатичное. Слово красивое не буду говорить, это слово паразит. Стоимостью 200 евро. И обратите внимание, на воротнике ручная строчка. Очень смотрится красиво, элегантно и дорого. Сзади шлица и также написано шерсть. И показываю вам еще за ним второе пальто. Тоже интересная фурнитура. Цена тоже 200 евро, но это пальто очень проигрывает первому. Здесь обычный воротник и вот эта строчка ручная на первом пальто, конечно, дает ему ту изюминку и ту элегантность, которая присуща дорогим брендам. Еще один пуловер, очень красивая расцветка, такая повседневная, на многие сезоны подойдет. Воротничок, пуговицы, все очень красиво и стоимостью 50 евро. И также к этому пуловеру можно взять трикотажную юбку. И вот юбка трикотажная, теплая, 50 евро. Будет очень шикарный комплект. И посмотрим с вами обувь. Сапоги предлагают. Сверху такая плотная резинка за 60 евро. Сумка небольшого размера из кожзама. И такие вот узлы завязанные, как у Bottega Veneta, за 26 евро. Юбка, как из моего детства, очень красивая клетка, но здесь сделана на запах. Очень красивая, элегантная юбка за 46 евро. Если у вас остались юбки из вашего детства, то можно детям или внукам предложить. Кардиган в черном цвете, застегивается на кнопках, и кнопки тоже черные и матовые. Смотрится, конечно, очень дорого и стоимостью 60 евро. Пуловер в очень красивом цвете, полоска, присутствует зеленая, изумрудная, смотрится, конечно, очень хорошо с воротничком, теплый, уютный, мягкий и стоимостью 46 евро. Коллекция у Манго очень шикарная, так же, как я вам показывала в выходной, коллекция от Зары тоже очень красивые, элегантные вещи. Оставлю вам ссылочку на Зара, кто не видел. Просто шикарные коллекции.
кардиган, белая и зеленая полоска, очень симпатичный, стоимостью 46 евро. Есть что выбрать, есть что купить, и теплые, и нарядные вещи, и цены очень-очень бюджетные, и качество у манго очень хорошее. Белая футболка, которая всегда нужна в гардеробе, из плотного трикотажа за 16 евро. Еще одна юбка в клетку, тоже очень красивая расцветка, интересный дизайн, и можно приобрести за 36 евро. Пуловер в бело-зеленую полоску, а воротник синего цвета. Очень мягкие, приятные на тактильные ощущения и стоимостью 50 евро. Пуловер в более тонкую полоску, застегивается на пуговицах. Есть воротник за 50 евро. Куртка защитного цвета на подкладе такой стеганой. Воротник отстегивается белый и стоимостью 100 евро. Сапоги на сезон осень-зима, тоже очень удобная модель, уже несколько лет эти сапоги модны и стоимостью за 50 евро. Дубленка в светлом цвете, очень модная, актуальная одежда в этом сезоне, и данную дубленку можно приобрести за 100 евро. Дубленка в черном цвете и белый мех, тоже стоимостью 100 евро. Также есть дубленки и без рукавов, и внизу она на резинке, стоимостью 80 евро. Сапоги очень необычная модель, цвет такой вот кожи коричневого, но в некоторых местах темнее, в некоторых немножко светлее, такая как будто бы потертая, но на самом деле она вся однородная, и стоимостью 150 евро, очень необычная модель сапог, обратите внимание. Сапоги-ботинки, очень удобная модель, стоимостью 100 евро. Это у кого вот высокий подъем, не могут себе подобрать, что спереди и на шнуровке, и сбоку на молнии. Поэтому точно подойдет для тех, у кого очень высокий подъем. Напомню, 100 евро. Интересные головные уборы в коричневом и черном цвете за 30 евро. А следующий мой выпуск будет из магазина Benetton. В магазине Benetton много кашемировых вещей и очень хорошие шапки кашемировые. Поэтому
Подписывайтесь, заходите, чтобы не пропустить интересные выпуски, интересные вещи, потому что такие вещи очень быстро разбираются. И успейте купить в Бенетоне шикарные шапки, и цена очень хорошая, и их можно стирать. Показываю вам модель более классическую дубленки, уже подлиннее, стоимостью 120 евро, тоже красивый мех. И такую дубленку предлагают носить с высокими сапогами. Это сапоги из замши, 100% кожа, и стоят 100 евро. И такая же модель дубленки, но в светлом цвете, тоже цена 120 евро. Очень красивая дубленка. Я думала, она двухсторонняя, но на той внутренней стороне нет ни пуговиц. Поэтому я думаю, наверное, она, конечно, односторонняя, мехом наружу, но смотрится очень красиво. Стоимостью 120 евро, и под нее нужно, конечно, будет шаль какую-то объемную одеть, потому что дубленка без воротника. Кстати, может подойти капор. В H&M есть отличные капоры в сером и молочном цвете, и черном. Тоже сюда подойдет капор. Очень шикарное платье трикотажное, стоимостью 70 евро. Пуговицы просто изюминка. Обратите внимание, просто шикарное платье. И такая же кофточка, точно такой же трикотаж, пуговицы, 46 евро, просто изумительно красивые. Но я буду с вами прощаться. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписываться. Огромное вам спасибо. До новых встреч!